Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Константин Жук, и сегодня я приготовлю очень легкое блюдо, отлично подходящее для жаркого летнего дня, когда не хочется ни мяса, ни рыбы, ни колбасок, жареных на гриле. Буду готовить грибы. Для этого рецепта, конечно, лучше всего подошли бы грибы портабелло, но найти их не у всех получится, поэтому я купил шампиньоны, вот такие, достаточно крупные. С них и начну. Нужно удалить ножки. Вот так. Теперь перекладываю грибы в полиэтиленовый пакет и замариную их с лимонным соком и солью. Вот так, туда соль, примерно половину чайной ложки, и сок целого лимона. Выдавливаю прямо в пакет. И выжатые половинки бросаю туда же для аромата. Вот так. Теперь плотно заворачиваю, перемешиваю. Пойду положу на солнце часа на два. Пока грибы маринуются, приготовлю начинку. Для этого нужно очистить помидоры. Сделать это можно при помощи бланширования, то есть на несколько секунд бросить в кипящую воду, потом в ледяную, и кожица сама быстро сойдет. Но для этой цели можно использовать и обыкновенную овощечистку. В принципе, можно почистить и ножом. Смотрите. То есть мне неохота кипятить воду. Я кожуру просто срежу. А если у вас, например, готовые угли для приготовления барбекю, можно помидоры опалить над ними. И теперь вычищаю из помидоров семена. Разрезаю каждый плотно 4 части и ножом так вырезаю внутренности. Они не понадобятся. Мякоть мелко порублю. Ну и примерно такими же кусками порежу моцареллу. Готово. Теперь перекладываю все это в миску. И осталось заправить начинку. Для этого я буду использовать московский провансаль легкий. Перемешиваю. Добавляю листики тимьяна. Вот и все, начинка готова. Отставляю ее в сторону. И пока грибы маринуются и начинка ждет своей очереди, приготовлю острый томатный коктейль. Для этого в чашу блендера отправляю несколько кусков зеленого сельдерея, туда же половину стручка острого красного перца, щепотку сушеного молотого и 4 зубчика чеснока. Заливаю все это томатным соком, выжимаю сок половины лимона, волью немного воды, чтобы было проще измельчать. Взбиваю при помощи погружного блендера. Коктейль почти готов, осталось немного посолить и вылить эту смесь в графин с ледяной водой. Опа! Все готово. Грибы, кажется, тоже замариновались. Принесу их. И теперь пришло время наполнять шляпки грибов начинкой. Высыпаю их на противень и переворачиваю вот таким образом. И теперь каждую выкладываю немного помидоров с моцареллой. К слову сказать, что начинкой может быть практически все, что угодно. Это могут быть любые нарубленные овощи, перемешанные с сыром, с любой зеленью, заправленные, да чем угодно, хоть паштет. Ну вот, практически все готово. Осталось всю эту красоту зажарить на углях или запечь в сильно разогретой духовке. Пойду готовить. Вот и все, друзья мои. Наивкуснейшая легкая летняя закуска готова. Приятного аппетита!